Я в Бельцах выхожу к людям на место проблемы. Я ее решаю, никогда не прячусь за своими там замами и так далее. Вы посмотрите все видео, покажите мне встречи Дадона, где он в прямом эфире встречается с людьми. Чтобы он боится, он в Бельцы приезжает, ему полиция говорит, Усатого нету в городе. А, ну все, быстро заеду на селекцию, поцелую 3 раза Маркела икону. То есть он приезжает сегодня не то, что как Леопольд, он как Гузганчик. Вот приехал в Бельцы, сделал 2 фотографии у церкви там, убежал. Понимаешь, сегодня президент страны должен стоять перед людьми в районе, даже если ты от них получаешь по делу, будь добр, отвечай ему за это. Я выхожу в Бельцы, посмотрите, я хожу пешком по площади, я говорю с молодежью, с пенсионерами, это если ты хочешь, во-первых, это помогает узнавать проблемы.